Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и сегодня мы поиграем в игру, которая называется Bad Bad 2 Апокалипсис. Так, ну что, я смотрю, тут такие некислые разборки. Гора Гарат Аль-Лама. Он основатель новой религии и входит во фракцию Чистокровные. В последнее время использует однорогих водителей для махинаций на черном рынке, цель которых является обретение оружия массового поражения. Узнав о деятельности Аль-Ламы и благодаря рекомендации полковника Алекса Лаена, майор Пен Колман присоединился к многовидовым силам Союза, также известным как МСС. Так возникла операция Bad 2 Bad. В рамках этой операции майор Пен Колман преследовал город, отслеживая его деятельность и все, что касалось оружия массового поражения по всему Ближнему Востоку. Там он узнал, что за всеми конфликтами и терактами чистокровных стоит некто из загадочной расы людей. Люди жили в тени, долгое время занимались исследованием людозверей, гибридов человека и животного. В ходе своих исследований они создали вирус, приводящий к одичанию, и поместили его в особые баллистические ракеты против животных. Затем это оружие распространялось по всему миру чистокровными или заинтересованными военными организациями. После продолжительной неустанной погони майор Колман привел команду Дельты к победе над чистокровными и бесхвостным легионом. Однако в свои последние минуты командир Крис Ховард смог осуществить запуск БРПЖ. В ответ страны запустили свои собственные ракеты, целями которых стали крупные города по всему миру. В результате это привело к распространению вируса одичания и заражению огромного населения планеты. Страны, правительства, весь мир, который мы когда-то знали, начал рушиться. Поскольку ничего нельзя было противопоставить вирусу. Тем временем майор Колман со своим отрядом находился в Сирии, бросив силы на спасение беженцев без надежды на подкрепление. Однако, когда его отряд понес потери из-за нападения большой волны одичалых, у него не было иного выбора, кроме как отступить с теми, кто остался в живых, на грузовом вертолете и, наконец, покинуть это место. «Майор Колман, срочное распоряжение из штаба, сэр!» «Что там?» «Нам приказывают перебросить все имеющиеся силы на космодром Байконур в Казахстане». «Мы не едем домой?» «Здесь также говорится, что после взлета вы должны были предоставить отчет, но этого не произошло из-за обнаружения неопознанного объекта, сэр». «Значит, есть причина тому, почему мы до сих пор не можем найти тело человека. Сколько бы ни искали, информация и устройства, которые Ирина предоставила, нам оказалось полезными. Как же его, Олимп или что-то вроде того?» «Теперь вы мне верите. И если я не соберу достаточной энергии, чтобы запустить многомерный привод на Олимпе, то у нас уже не будет никаких шансов на победу. Это уже факт из технологий, опережающих наши несколько сотен лет». «Ирина, мы доверяем тебе, даже несмотря на то, что ты человек». «Спасибо, а что насчет вас, майор Колман?» «Я просто выполняю свою работу. Надеюсь, вы не думаете, что за этим стоит что-то еще». «Знаю, это прозвучит лицемерно, но люди на этом не остановятся. Они не остановятся, пока все ваши сородичи не будут мертвы». «Зона посадки свободна. Заходим на посадку». «Чрезвычайная ситуация. На подлете множество ракет. Земля-воздух». «Откуда они взялись?» «Не представляю, сэр. Их так много, что даже если мы задействуем все дипольные отражатели и ИК-ловушки, не уверен, что это поможет. Приготовьтесь покинуть самолет!» «Всем взять парашюты и приготовиться прыгать!» Угу. Майор Колман полетел. Тут даже еще, ребята, история какая-то есть, оказывается. Опа. Где это я? Была совершенно аварийная посадка на незнакомой мне территории. Так, ребят, но здесь, видимо, мне нужно еще и кнопочки подраставить. Я не могу использовать это, будучи раненым. Да, надо кнопки расставлять. Так, ну что ж, давай проверим, что у нас получается.
Мы ранены, у нас ни патронов. Кажется, все разделились. Так, ну мы хромаем, мы ранены. И я даже не знаю, куда мне идти, если честно. Черт, и часы сломались. Мне нужно найти что-то, чтобы мне помогло. Опа, опа, опа. И чего? Понял. Хорош. Перезаряжайся. Так, а как вскрыть? Я не могу использовать будучи ранен. Да подожди ты, будучи ранен, ты... Наверное, вот сюда, ага. Так, бинты, забрать все. Если мы с тобой нашли бинт, значит... Я тяжело ранен, недостаточно бинтов. Мне бы пригодились инструменты для лечения. Ага, значит, бинты все-таки, ребята. Ёк-макарёк. Да тварь, а. Что у нас тут? Сухпаёк, тоже забираем. Так, еду на склад. Все мое оборудование сломано. Нужно найти одежду в домах неподалеку. Так, ну это намек. Это типа обучалки идет, да? Зайти внутрь. Что-то мне не нравится эта музыка. Внутри именно тут. А мы играем за панду, да? Так, повседневная одежда, энергетический напиток. Вопрос. Нет вопросов. Как узнать, какой шмот лучше? Поврежденный не работает. Вот этот я хочу одеть. Не разобрать, а одеть. Так. Энергетик мне пока не нужен. Вроде норм. Так, перезарядимся давай. Холодильник. Надеюсь, есть что пожрать. Консервированный тунец плюс граната. Уже шикарно, ребята. Ой, какой берсерк. Я нечаянно, друзья мои. Я не знал, что это берсерк какой-то активирует. Забираем абсолютно все. Подчистую, под сухарик, так сказать. Блин, зря я, наверное, берсерк этого врубил. Сос, спасите наши души, да? Я единственное не могу понять. Мы сюда зашли чисто полутаться. Наверное, чисто полутаться мы сюда забежали. Потому что здесь больше ни хрена нету. Есть одна граната. 10 я могу носить. Очередью можно стрелять. Можно бегать. Что-то как бы бег. Так, он не может будучи... Я не вижу его здоровья. Странно. У него фул хп, что ему надо, что ему не нравится? Он такой вредный, в три погибли, загнувшись. Ладно, двигаемся дальше, друзья. Кажется, там где-то к северо-востоку отсюда я видел военную базу. Так, найти базу на северо-востоке. Почему карта не фурит? Мне кажется, она должна фурычить, ребят, ну просто... Нужно найти... А, нужно найти карту. Тихо, 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 мужик! Какой ты нахрен мужик? Ни хрена не мужик. Ты бесячий отродье, отребье. Так, бинт и шоколад. Заберу, конечно, все. А знаешь, что мне на самом деле бы не помешало найти, друзья мои? Патроны. Ну, он тут не один. Там еще подлец один стоит. Или мне показалось? Мне показалось, что вот тут кто-то стоял. Так, топливо и металлолом. Топливо и металлолом. Как он идет смешно, в три погибели загнувшись. Ладно. Так, собираем. Бейсбольная кепка. А ну-ка. Защита от попадания в голову 6%. Защита 0,8. Одеваем. Так, у нас еще кроссовки есть.
Да, да, конечно, конечно, ребята, кроссовки — это то, что нужно. А я могу вот это разобрать? Материал получен, тряпка какая-то. Тряпки — это хорошо, друзья мои. Так, тунец, а... где мне посмотреть голод, сытость? Тут еще разные виды патронов. Снаряжение другое. Стоп. Погоди, погоди, погоди. А что интересно тут? Отремонтировать все? Нет, пока мне... Могу сюда зайти? Дверь закрытая. Так, туда не попасть. А как попасть? Перезаряжайся. А как попасть? Слушай, хламье, вали нафиг. Слушай, ну прикольно сделано. Так, еще гильзы остаются. Похоже, это заброшенная военная база. Нужно как-то ее проверить. Ну давай проверим. Медицинское оборудование. Сначала нам нужно подлечиться. Хорош, давай. Хотя я бы не сказал, что ты прям такой больной. Фу, я снова в порядке. Пришло время узнать, что же это за место. Давай, Пен, узнаем. Сначала нужно найти карту. Слушай, он живенько начал двигаться так. Ух. Так, подожди, я, например, сюда не хочу идти. Можно мне... Ну, вот здесь... посмотреть. Сначала нужно найти карту. Да ты запарил, а это что такое? Здесь можно спокойно отдохнуть. Подожди, ты же карту хочешь. Где ее найти, блин? Да ты какой упертый. Говорит, нужно найти карту. И туда он идти не хочет. А где же карта-то? Хорошо, у нас есть еще вот здесь вот место. Да ты заколебал. Карта. Вот она, блин. Теперь у меня есть карта и часы. Нужно отдохнуть. Сон утра. Устанавливает 100% здоровья. Максимальный запас здоровья плюс 20 за 1200 секунд. Скорость лечения 3,5 за 1200 секунд. Ну, спим. Используя это место в качестве базового лагеря, я должен приступить к поиску товарищей. А, это наш лагерь. Хорош. Где-то мне уже попадались инструменты. Ага, это наш ящик хранилища. Я понял, здесь можно хранить вещи. Это у нас... Нужно заранее подготовить бинты, ведь никогда не знаешь, что может случиться. Можно изготовить. А ремкомплект, друзья мои, могу изготовить. Обычные патроны. Не хватает пороха. Гранаты тоже сделать не могу. А мне уже, ребята, нравится игра, если честно. Крафт? Восстановить полигон для стрельбы сломанный. О, пока не могу. Полигон для стрельбы? Так, ну что же, я понял, короче. Сначала лучше проверить восточные врата. Подожди, ну ты же мне показываешь цель сюда. А... Так, полицейская форма. Но у меня все равно не хватает ни тряпок, ни шиша, так что... Ага, выйти наружу. Подожди, а мы разве через эти ворота выходили? Так, изготовить два бинта и найти двух товарищей. А, семь товарищей. Ты серьезно? Даже муха вшивая меня тут атаковать собралась.
Так, друзья, ну что, у нас появилась карта. На карте все теперь показано. Это, конечно, жестко. Что, мухи меня атакуют? Вопрос сейчас немножко для меня в другом. Ой, ёпрсты. Да что ты? Да нет, собери бинты. Точнее, металлолом, что там у него. Так, самоцвет, обычные патроны. Забираем все. Блин, ребят, там еще один охламон стоит. Хедшоты, а че ж ты, гад, не падаешь? Сколько тебе хп? Да ты серьезно, блин? Фига себе, 15 патронов этого хлыща, блин, ребята. Вы... Что там? О! Р1, что такое? Это у нас винтовка. Винтовочка, ребят. Подожди. Ну, я тебя же подобрал винтовку, ребята. Где она? Все, наверное, да? Смотрим. О! О! Шикарно. Теперь буду звездюлей, наверное, давать покруче. Не надо выходить наружу мне. Макарек, а как ты думаешь, это не... О! Ну, пришлось, друзья мои, так делать. Иначе хана бы было бы, просто-напросто, согласись. Да нет, нет, нет. А, вот ты автоматически подбираешь все это. Может быть, зря я сюда зашел. Не, я могу, конечно, очереди бомбануть, но... Черт подери! У него еще бывает клинит, оказывается, оружие. То есть, ну, чик-чик-чик, и все, осечку дает. Офигеть, все как при реалити. Мне кажется, я зря сюда сунулся. О, маленькая аптечка, металлолом и патроны. Патроны — это самый что... Шик, я тебе скажу. Так, патроны, труба. Так, мне главное, чтобы инвентарь, ну, не перегружен был. А что вот это такое? А-а-а, тут еще умение есть. Твою налево увидела, увидела пакость. Хедшот по 28, 19. Ну, 19 это не то, ребят. Что за звук? Не, ну что это за хедшоты, которые дают 20-ку, блин? Обычно, ребят, хедшот должен, ну, как минимум крит урон выдавать. Как минимум. Только детский лепет. Так, походная экипировка, металлолом, основной материал для шлема первого поколения. Так, ребята, у меня очки есть, очко умений. Берсерк. Это берсерк мы с тобой видели. Так, дополнительный урон одичавшему. 1-2%. Максимальный запас здоровья плюс 20. Мобильность при стрельбе. Давай дополнительный урон возьмем. А, тут еще до пятерочки можно прокачать. Окей. Дополнительный урон начечавшему 2,4. Ладно, я пока, ребята, акцент все-таки сделаю на урон. Найдите 7 товарищей. Это, наверное... Это, наверное, сюжет вообще... А, я думал, это проход, а это просто какая-то лазеечка была. Ну, музыка, конечно, тревожная. Ребята, у нас вот 296 патронов.
Недостаточно очков для сосредоточенного. Тут еще сосредоточенный огонь какой-то можно делать. То есть, типа, прицельного. Так, ну что, здесь, в принципе, мне делать нечего. Здесь делать нечего. Так. Налево, а. Да что ж ты будешь делать-то, а? Ну, слишком круто. Слишком много, ребята, тратится у меня патрон. Так, тихо. Так, металлолом, сухпайок. Шикарно пойдет с пивасиком. Тут открытый мир, что ли, получается, да? А это место больше, чем я думал. Мне нужно передвигаться быстрее. Собрать. Армированная клейка, лента плюс граната. То, что гранату мы нашли, это хорошо. Чего? Слышал, орет кто-то? Так, то можно карту увидеть. Подожди, кто-то здесь? Подожди, стрельба? Твою мать! Это прям какие-то сталкеры, блин. Есть! Одного завалил, друзья. Так, давай. Так, основной материал для шлема. Мне кажется, я, ребят, что-то опережаю, по-моему, события. Чего? Не удалось обнаружить... Как и не удалось обнаружить? Че? Зашибись, ребята. Не удалось обнаружить предметы. Куда я, черт подери, иду вообще? Блин, хоть возвращайся обратно и изготавливай бинты. Попробовать порыбачить. Рыбалка прошла успешно. Окунька поймал. Окунечек. Ох ты, какая другая рыба. Лосось. По маленьком прутке и лосось, и окунек вместе. И еще лососик. Так, ладно. Порыбачили, как говорится, и будет. Так, рюкзак вижу. Ёпарсоте. Отлично. Так, порох, металлолом. Но порох, я помню, ребят, нам нужен для чего? Для патронов. Слушай, ребят, я, наверное, вернусь обратно. Нужно изготовить два бинта, блин. А я могу их кустарным, например, способом изготовить? Я, по-моему, применил. Вместо того, чтобы... Ладно, хрен с ним. О, вертолетная площадка. Вон она. Так, топливо, металлолом. Забираем. Вертолетная площадка. А где вертолет? Здесь точно где-то есть вертолет. Ну, наверное, есть как... Так, я вижу, там тряпка вылетела. Тряпка нам... Нужна будет. Заклинило. Ну вот это вот
Вот не надо вот этого, вот не вовремя, блин, заклинивает у тебя, блин. Ружмачку-то завязывай давай, мужик. Так, ну вот мы с тобой на начале. А я в любом бы случае, друзья мои, бинты бы не смог бы сделать, потому что там, по-моему, нужны тряпки. А тряпки мы только сейчас с тобой нашли. Блин, тут дофига чего нужно. Бронежилет. Хрен мне, а не бронежилет. Вот об этом я и говорил. Вот об этом я и говорил, что... А я могу сюда зайти? Сначала лучше проверить восточные врата. То есть мы с тобой выходим на эту локацию, и мы должны ее полностью пробегать, я так понимаю, прошмонать, скажем так. Окей. Потом только меня, я так понимаю, пустят в следующую локацию. Просто мне интересно, тут есть край карты? А ну-ка, что у нас тут зарыто? Порох, компонент, шоколад. А вот и, ребята, край карты. Значит, все-таки есть. Значит, эту локацию можно проверить полностью. Окей. Я как раз этим сейчас и займусь. 296 патронов, причем обычных. Машина. Давай, проверим. Прошмонаем ее. Ничегошеньки нет. Тут плохо, когда ничегошеньки нет. Фальшивка, одним словом. А тут еще, ребята, изменить построение. Такое ощущение, что... Мы будем толпой, что ли, ходить? Ну, кажется такое. Компонент плюс ткань. Вот ткань как раз-то нам и нужна, ребята, была. Одна. Так, здесь мы с тобой дрались с этими ублюдками. Он спит, что ли, или что? Ремкомплект выронил. Так, обычные патроны. 21 патрон, ну это же... Если... Что? Впереди есть сигнал от Дейла, но слабый. Похоже, что еще далеко. Мне следует свериться с картой, а затем внимательно все осмотреть. Ядрен матрен. Место действия задания. Вот сюда мне нужно. Фига как далеко. На тебе мозги наружу. Так, подожди, это дом. Проверить его, что ли? Блин, комар. Становится темно, нужно возвращаться в базовый лагерь. Погоди, погоди, а что он... А что будет, если я не вернусь в базовый лагерь? Я-то не знал, что тут темень как-то влияет. Ладно, бегу, ребята. Со всей дури бегу. Видимо, ночью тут, как и во многих играх... Наверное, зомби какие-нибудь влазят. Я не знаю, ребят. И что-то, честно говоря, проверять не особо хочу. Мне сказали бежать. Минута 22. И через, короче, полторы минуты, ребят, здесь начнется темень. И будет, наверное, звездец. Найти Дейла. Изготовить бинты. Так, подожди, а вход-то где? Вход, наверное, ниже будет у нас, получается, да? Угу, угу. Ну, еще опасно. Нужно скорее возвращаться в базовый лагерь. Да я возвращаюсь, господи, что ты? Доверяешь мне, что ли? Так, кстати, как раз мы с тобой сделаем бинты. Мы с тобой сделаем бинты.
Должно же быть что-то, кроме патронов низкого качества. Нужно изготовить обычные патроны. Так, обычные патроны. Есть такое дело. Задание выполнено, опыт 1000. Нужно больше материалов. Стоит ли разобрать оборудование? Разобрать оборудование. Разобрать, наверное, я уже сам разберу. Только вот какое оборудование? Я же все, блин, уже сбагрил. Винтовку, если только. А, вот есть, ребят. Снаряжено. Слушай, а подожди, а у нас вот это-то будет получше? А это я тогда утилизирую, да? Еще нужно изготовить гранаты. Хорошо, сделаем еще гранаты. Ты красавчик, Рэй. Блин, ну... Это надо было тупануть так. Подождите, а почему я не могу... Что это такое? Похоже, этот драгоценный камень когда-то стоил целое состояние. Может, он еще кому-то пригодится. Нет, пригодится-то ладно. Мне непонятно... Кстати, у нас есть очки. Скорость стрельбы минус 0,6, дальность плюс 12. Максимальный запас здоровья. Да нет, не хочу я. Надо было так тупо гранату, ребята, сбагрить, а? Изготовление, шлем. Ну тут нет изготовления гранат. Я могу стать сильнее. Навыки владения оружием плюс 3,5%. Ага, тут еще изготовление, исследование, коллекция, ликвидация одичавшего. Одичавший становится сильнее. Ночью обзор ограничен и точность стрельбы падает. Дробовик к огнестрельному оружию... А, добавив к огнестрельному оружию фонарик или экипировав шлем ночного видения, можно снизить этот штраф. Ночью одичавший становится сильнее. Воздержитесь от потасовок в ночное время. Лучше переждать в базовом лагере. Ребят, вот как у нас команда будет выглядеть. Ху-ху! Ништяк! Ну что, мне тогда надо кемарить, я так понимаю, до утра. Кемарим до утра. Койку можно, как ты понимаешь, улучшить. Все равно я не понимаю, как изготовить гранату. Есть пистолет, есть щит, есть броник. Есть все. Вот. Нету пороха. Нету, друзья, пороха. Идем на выход. Мне интересно знать, они заново не появляются? Вот эти вот утырки. Которые, типа, охотятся за мной. Одичавшие, да? Вот комарик, ребята, появился. Что-то чувствую и... Вурдалаки появятся. Ощущение-то у меня такое. Нехорошее, так скажем. Так, это что у нас-то такое? Блин, одичавший. Порох, обычный патрон, забираем. Прокачивался, прокачивался, что-то... Не видно, что прокачка мне как-то помогала.
На 19, хедшот на сколько? 19, а хедшот на 29, ребят. Вылетает. Хедшот на 29, то есть на десятку больше получается. Инструменты плюс ткань. Так, ну здесь, судя по всему, да, тут, судя по всему, ребят, все. Сейчас я вот здесь сюда открою. Ага, избуха. Так, я не понимаю, что дает берсерк, а? Ты ядрен-матрен. Да ты в голову, да ему бомби, почаще в голову бомби. Нафиг мне твой, его тело дохлое, блин. Череп надо пробивать. Так, ремкомплект, ремкомплект. Комар где-то жужжит. Так, достигнута ликвидация одичавшего целей. Навыки владения оружием плюс 3,5%. То есть наш главный персонаж прокачивается. Окей. Так, сейчас я... Это мы только с тобой на одном квадратике? Тихо. Две гранаты, ага. Зайдем, посмотрим. Что-то как-то... Не нравится мне, сколько мы патронов, ребят, на них ушатываем. Так, обычные, армированная фигня. Ой, блин, не увидел. Да я знаю, что сначала нужно закончить битву, я и пытаюсь закончить. Давай, шмонай там. 8 тканей, шикарно. Это тот же самый одичавший, только, ребята... Ты видел, мы нашли с тобой там что? Мы с тобой нашли там... Погоди, дай-ка гляну. Мы нашли с тобой... Очень редкий материал, используемый для изготовления экипировки. Почему-то мне показалось, что мы нашли с тобой какое-то оружие. Но, видимо, показалось что-то. Ага. Так, обязательно проверим здесь. Порох, бинты. Это он... Подожди, это у нас что? Изготовить гранату. Так, это экипировано, а мне нужно изготовить. Что это такое? Понял. Не дурак. Дурак бы не понял, я понял. Это, ребята, была ловушка своего рода. Так, ну что, в этом доме ни хренашечки мне не дали, к сожалению. Ладно. Но зато совесть моя чиста. Я этот дом проверил. Ни хренашечки в нем не было. Акать будешь в туалете. Акает он мне здесь.
Пока все идет бодренько. Много трупов, много лута, я тебе так скажу. Фонарик первого поколения. А что там есть? Второе поколение, третье поколение? Что это за фонарик первого поколения? Не получится пройти. Хибара. Да сдохни ты, мразь! Одичевшие, а? Ребят, надо не забывать про время. Про время. 8 часов у меня еще в запасе есть. До наступления темноты. Я хорошо прованшотил, да? Хедшотиками ее. Тварину эту. А вот тут хреновенько. Гранаты и металлолом. Забираю, конечно же. Заклинило. Что-то у тебя часто клинит, блин. Да я твою... Даже лута не с вами никакого, а засранцы несчастные. Ну что в холодильнике еще пожрать? Обычные патроны, сгодится. Ой-ой-ой. Оу! Сейчас, подожди, мужик. Это, наверное, есть Дейл. Сейчас, подожди секунду. Или кто ты? Просто выжил. Не, наверное, это Дейл. Внезапно из ниоткуда появились одичавшие. Спасибо, что спасли меня. Здесь немного, но вот. Спасибо. Здесь немного, но возьмите, пожалуйста. И снова спасибо вам огромное. Нет, ребят, это не Дейв. Это просто какой-то выживший чувак, которого мы освободили. Он дал нам 300 опыта, что очень даже кстати. То есть могу сказать уверенно, что сюда мы с тобой зашли не зря. Лутанулись. 1010 патронов у нас. Пока на первое время, я думаю, что этого хватит для поддержания наших штанов. Но попрошу не забывать, ребята, что здесь все ломается. То есть здесь постоянно нужно все чинить. Меня больше всего раздражает, когда у него начинает клинить оружие. Клинит, это когда он не делает хедшоты. Ух ты. Выдал-то там. Топливо. Так, достигнута коллекция целей. Опыт плюс 0,65. Даже единицы нету, ребят. То есть, получается, что в данный момент я тупо открываю карту. Чего? Где? Вон он. Ныкался, ребят, в кустах. Откладывал, наверное, там личинку или что он там делал, я хрен его знает. Посел под кусток сирануть. Бабушка сирануш, блин. Так, это у нас там рыбалка. А вот и тропинка, да, я так понимаю. Что ты, что ты?
хрыч. Не надо мне тут. Так, подожди, сейчас мы вот здесь вот, ребята, заберем. Лутец. Так, пока нам дают одни ткани. Ткани всякие. Я не могу сказать, что они нам не нужны, но их до хрена. Комарика. Комарика, ребята, с трех выстрелов. Ушатываем. Так что комары для нас это фигня. Ткань, гранаты, отлично. 5 гранат уже у нас есть. Это кто там лежит? ИВ в таком месте, наверное, тоже потерял. Потерпел крушение. Пушку заклинило. Вот это вот меня раздражает, что когда пушку тебя клинит. А что за ИВ? Наверное, сломался при падении. Заберу, в базовый лагерь починю. А ты уверен, что мы сможем его починить? Заберу все. Все заберу. Подожди, а я разве здесь не был? Я же был, по-моему, тут. Да, карта открыта полностью, я здесь был. Так, у меня опыт, ребята, опыт на 1 балл поднялся, надо прокачивать. Урон по одичавшим 3,6%. Так, ну что же. Иду сюда. Это новая карта. Времени 3 часа. Блин, ребят, надо нам, наверное, бежать или хрен его знает, что делать. Так, секунду, подожди. Блин, не то. Ох, ё-парасета. Вы серьезно? Это вот сюда мне нужно идти? Времени 2.50, я должен до туда добраться. Каким, блин, образом? Опа, а его не видно было. Он где-то, ребят, в кустах сидел. Как думаешь, мне сейчас хватит туда до дома сбегать? Добежать до дома? Чё-то не хватило 3 патронов. Приближается ночь, блин. Вот я об этом и говорил. Приближается ночь. Вот теперь, блин, беги, сломя голову. А на утро, как всегда... Давай ушатывай его, говнюка этого мелкого. Тряпка, блин, выпала. Так, друзья, что-то тут пахнет керосином, по-моему. Час 17, час 18, забираем все. А что, мне обязательно нужно на свою базу? Никакого перевалочного пункта здесь нету, чтобы я мог, ну как-то, я не знаю... В другом месте ее отдохнуть. Я же сейчас заколебаюсь бежать до дома. Отремонтировать ЕВ, изготовить гранату, найти Дейла, найти 7 товарищей. Но 7 товарищей найти, я так понимаю, это мое основное задание. Уже почти ночь, я вижу. Я ни хрена не могу сделать. Во! Это, оказывается, ребята, ускорение у нас есть. Блин, только сейчас узнал об этом. Тут же никто не обучал нас, что у нас есть ускорение. Я не знаю, что сейчас будет. По истечению времени.
Оу. Я понял, ребят. Короче, начинается жесть. Начинается очень много монстров улетать и тому подобное. Так, ну что? Я могу починить. Активированы функции ЕВ. Запущен сбор информации о противнике. Расширены сведения о мини-карте. Активирован ремонт Бигфута первого уровня. Сбор информации о противнике. Мужик, так ты... Странно. Слышим вой стаи одичавших. Тут нам не хватает теперь, да? Как насчет использования активного умения? По одичавшим. Выйти наружу. Ну, что-то я не хочу, друзья мои. Давай-ка я, наверное, здесь выложу кое-что, что мне, наверное, пока не понадобится. Томатный соус и вот эти вот. Караси. Чертежи. Это лом, порох. Улучшить. Уровень хранилища увеличится. Ну, то есть, я так понимаю, он станет больше просто-напросто у нас. Значит, что, кимарнем? Да, ребят, кимарнем. И, наверное, подожди. У нас, видишь, 7 рецептов есть. Что мы можем здесь себе позволить? Автомат. Можно изготовить. Штурмовая винтовка. Но моя штурмовая винтовка, получается, будет круче, ребят. Дробовик или пистолет. Износ 100%. Два патрона. Чуть как это в Фуфляндии, согласись. Один в один, да? Аэр-1. Щит. Щит пока не могу делать. А ремкомплект, что он делает? Используется для ремонта оборудования. Для ремонта оборудования. Так, ребята, по-моему, сюда можно было выйти. Погоди. Ну-ка. Хочу просто глянуть, что здесь у нас. На... С этой стороны, если выходим наружу. Ага. Я здесь оказываюсь. О, робот со мной летает. Подожди, я здесь оказываюсь. А почему карта-то заново открывается? Подожди секунду, я что-то не пойму. Если мы вышли с тобой. Вот тут вот. Ладно, хрен с ним, давай посмотрим. Забираю все. Это взлетно-посадочная полоса, используемая базой. Похоже, что больше не к чему подключаться. Так, кто там? Кто там? Пилот оперативного вертолета? Мировое задание. Пока недоступно. Чего? Тут еще, ребят, какие-то мировые задания будут, блин. Но пока недоступно. Очень интересно.
Вопрос, ребят, почему у меня чувак начинает моргать? Проверил. Сюда можешь зайти? Нет. То есть, грубо говоря, здесь эта локация просто для мирового события. Все, ребят. Да? Чисто, чтобы активировать мировое, блин, событие. Таиланд, Шпинленд. В общем, там дофига всего. Так, восстановить полигон для стрельбы. Ума не приложу. Что за полигон? Ну, наверное, тренировка или еще что-нибудь в этом роде. Что же этот робот будет делать? Он летает со мной, а... Предназначение его? Так, да, я слышу, слышу. Нет, робот мне не помогает ничем. Вообще ничем. А что это такое? 51-49. Это что такое? Может быть, он жрать хочет, а? Пойму вот это что такое. Или он уснет сейчас. Через 32 секунды. Что это значит? Или заболеет. Или это перезарядка у нас для берсерка. Ех, макарек. Пугался. Я думал, может быть, сейчас уснет еще. У нас же берсерк, ребята. Опа, уже здоровье, ребята, показывается у них. Раньше не показывалось. Раньше не было ХП показано, а теперь есть. Ну где ты там, муха вшивая? Заберем, нашел винтовку, но мне кажется, это такая же винтовка сейчас, которая у меня где-то. Один в один. Так, топливо, ткань. Показалось, думаю, что-то вылетело там. Так долго у него, ребята, восстанавливается ускорение, я тебе скажу. Хуета. Ладно, выходим. Это ж сколько мне придется пробежать локаций. Может быть, по картышу, по-быстренькому, друзья мои. Ну, без разведочки шмальнуть. Раз, два, три. Блин, да тут офигеть сколько. Раз, два, три. А без разведочки тоже, знаешь, не очень хорошо, ребят. Потому что патроны кончаются. Мы с тобой без разведочки туда шмаганем. А мало ли отбиваться придется. И чем? Магазин первого поколения. Ать! Да я знаю, что вначале нужно закончить битву. Что ты мне 300 раз об этом напоминаешь, блин? Че, я не дурак, блин? Все понимаю. Что такое? Найти в таком месте боевую меху. Проверим-ка статус твой. И что за боевую меху? Сначала нужно закончить битву. Фига там, чтобы починить меху, нужно сколько там этих. Москитол, блин. Что-то там дофига, друзья мои, надо этих ингредиентов-то. Я тебе скажу, чтобы меху эту боевую восстановить.
Ходок. Доходился ходок. Ходунок. Так, еще одна вертолетная площадка, я смотрю. Чего-то там этот, я не могу понять. А, больше гранат нельзя носить. Пилот грузового вертолета. Как армия США очутилась здесь? Что у вас произошло? Не могу поделиться подробностями, но мы участвовали в совместной операции с морскими котиками в Афганистане. Однако при пересечении границы на нас напали, с тех пор мы торчим здесь. Где остальные ваши части? Они успели покинуть самолет до падения, но с тех пор с ними нет связи. Мы поможем вам с ремонтом вертолета и поиском товарищей, а взамен вы окажете нам услугу. По рукам, даже если бы вертолет был в порядке, вы бы все равно не смогли бы пересечь границу с противовоздушным оружием, без сторонней помощи. Давайте объединим наши силы. Отремонтировать вертолет. Пора испробовать грузовой вертолет. А ну-ка. Место действия. Так, вертолет. Все, 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 друзья мои. Теперь мы можем с вами. Мы можем с вами на этом вертолете перемещаться везде, где есть вертолетная площадка. Так тебе скажу проще. И таким образом мы можем с тобой быстро перемещаться. Круто, круто. Это ништяк. Теперь не придется бегать, по крайней мере. Так, москиты. Так, что-то там, ребята, рация у нас. Ё-моё, я, видимо, в какую-то зону попал, что тут. Так, что по рации? Где-то здесь поступает сигнал от Рика. Нужно осмотреться. Так, найти Рика, 135 метров. Пошли искать Рику. Соберем компенсатор. Это, ребята, для глушака, походу, дела. Так, Рика совсем рядом. Как и мухи. Как и мухи. Ну-ка, вертолет здесь есть? Так тут еще нужно каждую чинить. Как только починю вертолет на площадке, я смогу перемещаться на вертолете. Все, я понял. Надо каждую вертолетную площадку теперь еще чинить. Так, ладно, 60 метров до Рика. Рика где-то здесь, друзья мои. Где-то, по ходу дела, в лесу. Самое, так сказать... заклинило не вовремя. В самое, так сказать, глухомане. Где же ты, Рико, родной? Так, подожди секунду. Так, максимальный запас здоровья плюс 4. Берем. Конечно, конечно, берем. Что тут-то у нас? Износ 21%. Ремонт завершен. Шикарно. По перчаткам что? Не нужно ремонта, да? Ремонтируем. Хорош. А слот в инвентаре плюс 2. Прекрасно, починились. Отремонтировать все можно было бы сделать проще. Ладно. Ни хрена, это не Рика, блин. Ничего подобного. Блин, я себя чувствую прям действительно каким-то как выживание. Еще дождик так реально, ну, прям вот. Это Рика? И сокол, ястреб? Майор Колман, я знал, что вы благополучно приземлитесь. Взаимно, второй лейтенант Игельсиас.
Я заранее разведал местность, чтобы вы не говорили, что я ничего не делаю, сэр. Я даже установил основные приборы на тот случай, когда мы подключимся к спутнику. Я также могу кратно ввести вас в курс дела. Мы совершили аварийную посадку в Казахстане, а кроме того, я заметил движение группы Апекса в направлении севера. Что скажете? От меня есть польза, не так ли? Апекс. Я предполагаю, что те, кто атаковали нас, тоже из Апекса. Вы немногословны, сэр. В любом случае, можно предположить, что они сыграли в этом какую-то роль. Они не так давно разглагольствовали о том, что поймают нас. Ах, точно. Российские военные также вошли в Казахстан. Они говорят, что пришли для оказания поддержки в уничтожении одичавших. Но я сомневаюсь, что это их истинные намерения. Весь мир стоит на грани катастрофы, а они отправляют солдат для оказания помощи другим странам. В любом случае, если мы отправимся в космос, нам понадобится их помощь. Пока будем дружелюбны. К счастью, присутствие русских солдат будет потенциально сдерживать Апекс. Русские войска не так давно миновали Нур-Султан и теперь движутся на юг. Я предлагаю отправиться на космодром Байконур как можно скорее, сэр. Понял. Спасибо за проделанную работу, лейтенант Игорь Сес. Ага, наконец-то вы меня похвалили. Я знал, что вы не такой черствый, как кажете, сэр. Ой. Присоединиться к отряду. И? О! Шикарно. Шикарно. Теперь нас... А чё, граната... Ну, да, гранаты. Погоди. А, это, наверное, у этого учить. Ух ты. Увеличит дальность на 80, а точность на 100. Урон в попадании в голову. Фига, он, ну правильно, ребята, он же сокол, ястреб. Так, скорость перезарядки. Вот это, наверное, выучим. Раз ты снайпер, ты должен щелкать, как орешки. Так, подожди, а что у нас теперь? Найдите синтоварища. Карту. Следующий у нас вот тут. Дейл. Нам нужно найти Дейла. Обычные патроны. Ох, как это хорошо, друзья мои. Как? Что за звук такой? А, уровень получил. Уровень, наверное, получил уже я, да? Погоди, нет, он. Окей. Так, подожди, тут хибара. Где ты, срань? Ремкомплект я у тебя заберу, парнишка. Он тебе не понадобится. Заходим. Заходим в дом, будем смотреть. А что тут такое? Вот оно что. Ходок, гончая. Ой. Опа, опа, опа. И врагов становится больше, да? Надеюсь, без шухера. Гранату, хоть трать гранату. Ну, если есть такая возможность, ребят, почему бы не потратить нам гранату? Согласись. Хе-хе-хе-хей. А я заберу ее, конечно, заберу. А что? Добру-то пропадать. Не стоит. Давай, 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 хмырь, беги сюда. Что у нас там в холодильничке есть? Труба, обычные патроны.
Ну и, в принципе, здесь все. Разведку мы закончили. Так, друзья мои, нам надо, знаете что? Хотя 3 часа еще есть, я думаю, вертолетную площадку, может быть, где-нибудь поблизости найдем. Починим, да улетим отсюда, если что. К себе на базу. Я, правда, не проверял, как это будет выглядеть все, если честно. Так, ладно. Давай смотреть, где у нас тут вертолетная площадка. Будем к ней возвращаться, ребята, и полетим уже на базу. Потому что неохота лишний раз рисковать здесь. Черт твоей бабушки, где? Где москитол? Москитол. Но по той тропинке, которой я держусь в данный момент, друзья мои, это... Чего он там? По той дорожке, которую я сейчас придерживаюсь, это чушь полная, ребят. Потому что здесь мы не ходили, и вряд ли мы здесь найдем с тобой взлетную площадку. Секешь, о чем я? Так, дополнительный урон одичавшему. Давай, забираем. Приближается ночь. Пипец, блин, вот где? Так, я не могу координат писать. Короче, вниз и налево получается. Вон она. Вниз и налево. Ну вот, видно уже ее, ребят, по карте. Теперь надо проверить, как она вообще работает. И работает ли она. Ага. Мы с тобой даем сигнальную ракету. Прилетает вертолетик. И вот мы с тобой на нашей базенке. Шикарнейшие, ребят. А вот тут я могу... А, все, понял. Слушай, это хорошо. Это прям вот вообще замечательно, ребят. Я думал, что мы будем постоянно прыгать. Но с этим гаденышем я спать не буду рядом. Шучу, друзья мои. Но спать не буду все равно. Так, что нам надо изготовить? Использовать активные умения. Слушай, а, кстати, какой у него точный выстрел? Изготовить огнестрельное оружие. Любое, что ли, получается? Ну, давай глянем, какой у нас есть. Так, пистолет, пулемет. А, если... Слушай, ну нам, наверное, надо на этого чувачка, скорее всего, снайперскую винтовку. Экипировано. Так. А тут еще, ребята, видите, что? 30 патронов. Марксманская винтовка. Есть же еще мастерство. У каждой винтовки есть свое мастерство владения, я так понимаю. Ладно, пойдем кемарить. Так, выложим, наверное, излишки. Улучшить можно? Не хватает вот этих вот, ребят, инструментов, труб. Зато металлолома у нас дофига. Такс. Ух ты, а это что такое? Подожди. Подожди, родной. Так, у нас еще уровень. Ага, полностью прокачал урон по одичавшим. Так, оборонная, мобильная. Построение повышенной готовности, огневое построение. Это, ребят, не просто так, наверное, дано. Построение вот эти вот.
не могу улучшить. Блин, вот эти инструменты нужно где-то искать. Не знаю где. Четыре, пять штук. Дофига, короче, надо. Что это тут за зайчик у нас еще такой внизу? Бани, откуда бани у нас тут взялся? Вы же спецподразделение МСС. Что вы здесь делаете? Вы вторглись в чужие владения. Не хотите поведать мне, кто вы такая? Я Банни, Банни Портер. Я спасался от отечавшей, когда увидел вдалеке свет, и он привел меня сюда. Банни Портер, та самая Банни Портер, вы торгуете на черном рынке? Не буду отрицать, что моя семья замешана в подобном. Тогда, полагаю, мне нет нужды представляться. Должно быть, это судьба, если МСС здесь, значит, вам нужно оружие. Не могу упустить такой шанс. Перейдем сразу к делу. Но припасы, конечно, не помешают, но в текущей ситуации нам нужно... Чепуха. Война сулит прибыль, поэтому у меня вы найдете множество превосходных образцов оружия. Прямо здесь. Не желаете ли осмотреться? Желаю, еще как желаю. Что у тебя есть? Шоковые патроны. Ёк-макарёк, шоковые патроны, гранаты. Так... Ух, ё-моё, ну тут это, ребят, за реальные бабки. За реальные. Ага, вот оно что, ребята. Если у нас будут кристаллы. Ну вот, например, я могу взять вот это. Но стоит ли? Очень редкий материал, используемый для изготовления экипировки. Первое поколение. А есть у вас? Ага, вот, ребята, первое и второе поколение. То есть... Ну, стоит ли мне брать? Очень редкий материал используется для изготовления сумок инструментов. Вот это я, пожалуй, куплю. Основной материал для сумки. Куплено. А это бесплатно. А, это за... Ага, ребят, за рекламу. За рекламу. Блин, надо где-то инструмент брать. А почему я за орла играю? Я не хочу за орла играть. Все, поменялся. Блин, короче, упирается все вот в эту вот фигню. Так, изготовить огнестрельное оружие. То есть, насколько я могу понимать, вообще любое, да? Давай, например, пистолет. Ах, у кого он экипирован-то? ХГ-17, А в чем разница? Блин, я сравнить не могу. Дальность 330. По-моему, одинаковые нафиг. Автоматы, они... Скорость атаки... А, скорость атаки 4,8. Ну, хрен с ним, давай сделаем. Недостаточно материалов. Сумка. Сумка. Блин, а что для сумки надо? Опять не хватает. Сумка для инструментов... Прорывника. Сумка для инструментов. То есть, блин, ну вообще ничего не могу сделать. Хрен с ним. Чего? Готовить? Может, я смогу что-нибудь приготовить? Да, ты сможешь приготовить, когда мы найдем с тобой, блин, инструмент. А так ты ни хрена пока приготовить не сможешь. Так, ладно, давай выходить. На вертолете полетим с тобой на последнюю локу, на которой были. Блин, ворон, ты как-то вот прям
Давай базу посмотрим, чтобы ты всегда был сзади. Напрягает он меня почему-то. Так, высаживаемся, короче, здесь и бежим. Бежим, ребята, и ищем эти. Ты понял, что мы ищем. Все, погнали. Ищем взлетные площадки. Они нам нужны. Да. Хренушки. Кидок, ребята, есть такие, да? Которые вообще тебе ничего не дают. Ну, сундуки халявка называется. Ложная халявка. Орлик, ты бы мог меня прикрыть, пока я там лутаю или еще что-нибудь делать. Карту дай-ка гляну. Блин, нет, лучше вот так вот. Скорее всего, нам надо вниз, ребят. Нам надо вниз и... Спасибо. От горючки я никогда не отказывался. Горючка — это наше все. Так, ремкомплект, обожаю. Москит. Так, это мой первый. Блин, ребят, надо искать эту взлетные площадки, тебе говорю. Иначе нам придется с тобой тут бегать до хрена. Так, аккуратненько. Тачку вижу. Орлик, ты будешь прикрывать? Он, ребят, не может стрелять, пока я не выстрелю первым. Вот компоненты, что мы нашли, это хорошо, это уже радует. Компоненты на... Давай его пока не будем трогать. Он нам... У этого тоже, кстати, пушку заклинивает, друзья мои. Только что было, типа, чик-чик. Пушку заклинило, блин. А еще вопрос такой. У нас с ним патроны... Вот это количество на двоих? Или у него свои, у меня свои? Зачем я сейчас подкрепился? Что такое? Ой! Да, эти уже, ребята, эти не какие-то голодранцы. Это все-таки с экипировкой. Что он там хочет поговорить? Давай, забираем. Залутались, погнали. Так, зайдем в дом. Ну, дом, сам понимаешь. Дом — это место лута. Хот-дог. Перезаряжаем. Так. Повышение навыка оружием. Все, я понял. Вот как у нас прокачивается навык. Так, парень, что бы нам тебе... Уровень 8, а какой? А у тебя какой уровень-то вообще? 3-й, 4-й, 4-й, да, получается? Сейчас 5-й.
Оу! Это что такое там? Фига себе! Громила! Ну, вы, ребят, уж извините, конечно, но это трэш. Столько патронов на игре. Что-то мне это не нравится все. Блин. Очень затратный этот громила, я тебе скажу. Очень затратный. Так, металлолом подниму. Так, металлолом подниму и... Да вы что делаете? Офигеть, ребят, нажимаешь на эту фигню, и они... Ну ты видел, что происходит. Они строчат все, как я не знаю, как не в коня, блин. И пока она не закончится, они не остановятся. Теперь будем знать, что это такое. Это, видимо, когда, может, босса, может быть, когда ты попадаешь в какую-то ловушку, чтобы не кликать тут постоянно, ты просто щелкаешь вот это вот. И там начинается Daily Beautiful of... Не знаю там что. Прекрасный день смерти. Назовем это так. Так, ну что, дом мы этот залутали, этих мы пробомбили. И он там опять орёт, этот псих. Слушай, этот охламон-то за нами бежит, ребят. Уровень получил кто-то. Так, можно мне глянуть? Просто глянуть. Это мне надо сюда, сюда, блин, дофига еще искать. Я засек сигнал от Багиры. Нужно осмотреться. Найти Багиру. Подожди, парень, ты... Мы же искали Дейла. А, Багира вон где у нас. А значит, Багира получается ближе. Домик. Блин, громила. Можешь его не трогать нафиг, а? Сдался, как говорится. Но видишь, в домике может быть ресурс, который мы с тобой ищем для крафта. Ладно, возьмем Багиру, потом посмотрим, что там. Кто у нас там Багира? Может, Багира штурмовик или гранатометчица, хрен его знает. Кто она там, что она там себе представляет. У нас есть снайпер, у нас есть пулеметчик в моем лице. А кто такая Багира, хрен его знает. Поэтому нам и надо узнать. Не понимаю, то ли враги стали какие-то жутко серьезные, то ли что, я не пойму. Почему у нас такой урон-то никакой, скажем так. Я же понимаю, что берсерк, там можно все это активировать. Да и трен на трен не дадут, а? Полутаться нормально, спокойненько. Так, что у нас тут? Основной материал экипировки первого поколения. Погоди, разве Багиру... Скорость стрельбы. Урон +1.
3 и 5, 8. Я что, должен вначале всю эту полоску только потом ниже спуститься могу? Ну так несправедливо. Может быть, я хочу, не хочу ветку всю качать. Может, хочу определенную ветку. А они меня заставляют все три качать. Или бы я что-то неправильно делаю. Так, ладно, смотрим дальше. Вы если перезаряжаетесь, так вы порознь перезаряжайтесь-то. Они вместе, блин. Так, друзья мои, Багира находится в 131 метра от нас. Пойдем искать ее. Что-то такое ощущение, что она там либо в ловушке сейчас какой-нибудь будет, либо еще что-нибудь. У нас почти 2000 патронов. Неплохо. Так, это обязательно надо активировать. Минус ходок. Оу, щит. Бронежилет полицейского. Ага, я надел, короче, ребят, рюкзак. И вот у нас что получилось. Так, сравниваем. Сопротивление состояние 4,2. А как сравнить? А, он поверх одежды надевается. Ё-моё. Ну это круто. Чу-чу. А вот это что такое? Компенсатор первого поколения. Понял. Значит, броник поверх одежды. Это классно. Так и должно быть, по идее, ребят. Какого лешего, а? Метров. Че, наверху где-то находишься, барышня? Багира. Окей. Схожу наверх, проверю, где она там. 55, 54. А, она теперь... Теперь здесь где-то. А тут, как всегда, хибара, да? Может быть, не надо было, конечно, это все активировать, но... Так, что там? Рация загудела. Готовить нефти дыма. Я засек сигнал от Конга. Нужно осмотреться. Что-то ты дофига тут сигналов, я смотрю, от всех... Находишь. Было задание найти Дейла. Пошли искать Дейла, Багиру, Конга... Но как меня раздражает, когда клинит у него автомат. Он меня просек, что ли? Просек, конечно. Давай, подбирай. Что там у нас? Порох, замечательно. Так, погоди. Там громила. Оу! Что сейчас такое было? Ты видел какой-то огненный след? Так, погоди секунду, сейчас. Надеюсь, тут без приключений. Конечно. Пришлось так заткнуть им пасти. Так быстро и безопасно. Тут еще один громила, я...
Не так я хотел. Ой-ой-ой, тут тупик. А, это у него так удар отображается. Все, я понял. Думаю, что за красная фигня там? Огромный растрат. Боекомплект идет. Так, забрали две гранаты, ребят. Спасибо. Вот это хорошо. Погрели. Тут громила или мне показалось? Нет, показалось, ребят. Потому что громила тут бегал. Но его нету. Так, топливо. О, вот, вот, инструменты. Это вот, ребят, инструменты. Здесь какая-то прям большущая, огромная редкость. А они нам нужны. Они нам нужны. Именно для крафта. Так, ну что, здесь мы с тобой разобрались. Теперь давай Багиру искать. 35 метров, блин. Сидела в кустах, не видно было этой шапки. 27 метров. Так, оу! Твою налево, ребята, тут те... Блин. Стоп. Стоп, 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 друзья мои, нам надо бежать. Ё-моё. Вот он, вот он, вот он, вот он. Чешем отсюда нафиг. Со скоростью света. То есть мы еще и не сразу с тобой улетаем. Есть еще какое-то, ребята, время, где мы должны якобы, ну, как сказать, отбиваться еще. Так, хватит здесь на... Нет, не хватает. Слушай, а здесь я смотрю по карте, ребята, тоже какой-то, смотри. Что это означает? А, задание готовить. Я понял. Так, друзья мои, ну что, давайте мы на сегодня тогда, пожалуй, закончим эту серию. Пишите свои комментарии по поводу этой игры. Я думаю, что, наверное, понравилось, зашло. Исследовать, спасать друзей. В общем, такая игруха. Давно она у меня была скачана, но почему-то руки только сейчас до нее дошли поиграть. И, в принципе, не жалею. А на этом все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.